День, который навсегда останется в памяти каждого. 3 сентября. Беслан. Террористы захватили в заложники детей, учителей и родителей. В память об этой страшной трагедии в Заречье прошел концерт и благотворительная акция. Мы хотим собрать денежные средства и передать их детям, оставшимся в трудной жизненной ситуации, для привлечения общественности, людей, жителей Заречья, мы пригласили кавер-группу «Люкс Меломания». И сегодня она, собственно, дает такой концерт в поддержку всех детей, всех людей, которые когда-либо пострадали и от терактов, и вот остались без родителей. Благотворительные акции делают нас добрее. Мы учимся сопереживать и помогать тем, кто в этом нуждается больше всего. Данные акции, такие как просмотр видеофильмов о терроризме, ярмарки, на которых собираются средства для помощи детям и людям, которые пережили теракты, они необходимы для детей, чтобы они с ранних лет могли сопереживать, сочувствовать и были всегда готовы прийти на помощь. Я очень люблю помогать ребятам, которые там, может, они остались без семьи, или они там в приюте. И вообще мне их жалко очень. И вот многим повезло, но есть такие люди, как те ребята. Мне их очень жалко. Дети и взрослые должны знать, что с терроризмом важно не только бороться, но и предупреждать его возникновение. Я считаю, что мы с детства, с самого-самого младенческого возраста должны каждому ребенку, каждому взрослому, всем вообще вложить в головы, в души то, что неприемлемо навязывать свою идею через страх, через ненависть, через убийство. И вот именно этим должна отличаться каждая такая акция. Благотворительная акция продлится в течение недели. Помочь детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, может каждый. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».